Драконьи небеса. Прошло 1000 лет со времен последней войны. Природа Земли сумела достаточно восстановиться. Однако цивилизация продолжала развиваться различными способами. Шел 2600 год по календарю императора, и корабль «Лампа Адама» отправился в путь из Бразильской империи для завоевания города миссионера Кертории. Кертория захватила сокровища бразильского императора, и он пребывал в ярости. Он отправлял в Креторию третью императорскую армию, но тщетно. Теперь же приказ вернуть сокровища был отдан одному из генералов, Эльмедайну. Но Эльмедайн, робот, уцелевший в прежней эпохе, отказался.
Стол! Миссия завершена. Все транспорты эвакуированы в безопасную зону, задний заход. Самолеты вернулись в сектор 3130. Повторяю, все транспорты эвакуированы в безопасную зону, задний заход. Самолеты... Война, начавшаяся в 3195 году между человечеством и восставшими роботами, шла к завершению. Мое имя Шайан. Я робот, способный на свободное мышление и действие. Человечество намерилось полностью уничтожить восставших и преуспело. Я предполагал, что вернусь на корабль-носитель вместе со своим оператором-человеком, но его убили, и я был вынужден остаться здесь. Я решил смириться с аварией и уйти в сон. Я реактивировал себя, когда сенсоры обнаружили человека. Но прошла уже 1000 лет. Ух ты! Прямо как в кино! Кертория! Я довольно быстро прочитала руководство оператора. Ничего сложного. Для этого оно и было написано. Кстати, меня зовут Икуру.
Антова. А тебя? Я Кедрой, SH06H. Кодовое имя Шаян. Я не смогу запомнить всю эту тарабарщину. Тогда зови меня просто Шаян. Как тебе люди, живущие в городе? Хорошие люди. Они дали мне вот это. Правда? Здорово! Это ангельские каштаны. Вокруг очень много бандитов. А люди хоть и создали оружие, не знают, как им пользоваться. Вот почему я защищаю их. Эй, могу я взять немного ангельских каштанов, пожалуйста? Не могла бы ты одеться, пожалуйста? Какой ты странный робот, прямо как человек. Говоря между нами, мой отец был механиком. Вот почему твое руководство было легко понять. Раньше я жила в городе на севере, но бразильская армия разрушила его. Потеряв отца, я приехала сюда. Ты хочешь сказать, война все еще продолжается? Судя по описанию в руководстве, ты что-то вроде танка. Люди надеются на тебя. Вот почему они дали тебе ангельские каштаны. Раньше достать каштаны было легко, но теперь их можно найти только на черном рынке. Так это случилось 1000 лет назад? И правда давно. Вероятно, я протянул так долго из-за системы самосохранения. Так ты живой? Ты не робот? Нет, я робот. Кстати, я хочу кое-что показать. А, действительно удобно. Факт, что я нахожусь тут, означает, что поблизости может оказаться и мой враг. Он ничего. Интересный. Лучше, чем ты. Действительно нечто. Ага, ага. Спасибо. На добром слове. Ты его видела? 1000 лет назад его называли Эльмедайн. Раньше я его не видела, но слышала об Эльмедайне. Он был великим генералом Бразильской империи. Он мой старый противник. В мире роботов свои интриги. Да и у роботов есть собственная история. Эльмедайн может оптимально функционировать, когда он один. Но я был разработан, чтобы превзойти его путем использования человека-оператора. Значит, мы победим. Я уверен, что это было написано. Вот, где сидит мой оператор. Человек, сидящий тут, становится частью меня, и мы сражаемся вместе. Что? Становится частью тебя? Всего, что ты сказал, выходит, что ты нуждаешься во мне. Верно. Заключим сделку? Отдай мне свою долю ангельских каштанов. Да-да, не вопрос. Эй, ну хватит быть таким добрым. Ты разрушаешь свой образ. Замок Лас Катас. Сера Эльмедайн. Замок Лас Катас пал. Императорские чиновники были заключены в тюрьму. Бразильский император будет доволен. Дурак, ты слишком спешишь. Смотри. Слушай, уничтожать что угодно, открывающее по нам огонь. Я говорил, не недооценивать сопротивление, командир. Простите меня, я дам свою жизнь, чтобы искупить вину. Хватит, уйди с глаз долой. Чёртовы люди.
Поскольку здесь находится ремонтное оборудование, я думаю, некоторое время держаться поблизости. Я расплющусь под этим всем. Ты сможешь управиться за 20 минут. Похоже, наша первая совместная битва приближается. Мы достигнем Кертори через 19 минут. Перехвачено радиосообщение от Эльмедайна. Он разрушил Ласкатас и находится на пути к Аниисбета. Эльмедайн, ребенок мог бы одолеть Ласкатас. Мы должны опоздать. Керторио необходимо захватить как можно скорее. Ты можешь видеть врагов, когда они так далеко. Это фантастика, Шайан. Это чудо технологии. Всего 3 самолета. И Эльмедайн может быть на одном из них. Если он там, мы отступим. Почему это? Ты пока не знакома с последовательностью действий, и мы не знаем, чему Эльмедайн научился за 1000 лет. Слишком много неизвестных. Говоришь, как мой отец. Шайан, ты трус. Давай уже начнем. Будет легко. Пробивайтесь по направлению Кертория. Танки, готовьсь. Серерионис, не торопитесь. Раз Эльмедайн оказался неподалеку, не стоит попросить у него подкреплений. Мы не можем позволить этому куску железа захватить еще больше территорий. Вместо взращивания семян, он растит сталь. Я согласен. Будьте осторожны. И берегите императорскую технику. Хорошо. Я вернусь победителем. Сир, приготовления к запуску завершены. Поехали. Запускайте танк. Просвет в облаках. Запускайте танк. Берегись. Будьте осторожны. Сир Орионис, возвращайтесь победителем. Я не различаю предметы, Шайан. Подтверждаю. О, я могу видеть. Свет включен. 2 вражеских танка впереди. Самолеты держатся в резерве. Поняла. Я буду действовать, как написано в руководстве. Хорошо. Понеслась. Шайан, данные. 8-6-4-1-7-3. Есть. Что там за штука? Хотя не важно. Уничтожьте ее. Осторожнее! Не беспокойся! Вперед! Что? Это драконов огонь. Кто-то в Кертории может использовать драконов огонь. Нужно немедленно известить Эльмедайна. Мы справились! Какая была битва! Приближается дружественный самолет. Он из сил, посланных на территорию. Они хотят нашей поддержки? Они подают какие-то сигналы, но я ничего не могу понять. Скажи этим идиотам сигналить помедленнее. Болваны! Есть! Сообщение получено. Кертори, дракон! Да, дракон наконец появился снова. Сменить курс. Мы возвращаемся в Бразилию. Есть сменить курс на Бразилию. Смена курса принята. Ладушки, давайте побыстрее. Ясно. Отличная работа. Ты тоже, Шайан. Увидимся! И не забудь ангельские каштаны! Пока! Думаю, я немного перетрудился. Бразильская империя.
Серана Дайн, император интересуется, почему вы вернулись. Передайте ему, это неотложное дело. Я отправляюсь в подземное хранилище. Товарищи, скоро начнется веселье. Спустя 1000 лет мы снова встретимся со старым противником. Почему ты нацепил на себя плащ? Я был поврежден во вчерашней битве. Я отремонтировался, но выгляжу не очень хорошо, поэтому прикрылся. Застенчивый робот? Я знал, что ты так скажешь. Кстати, ты чего-то хотел? Ты можешь взять сражение на себя, пока ремонт не завершится? Мисикуру, пожалуйста, приготовьтесь к облачению в бронекостюм. Бронекостюм? Учитывая обстоятельства, мы думаем, что можем поделиться одним. Учтите, что я немного привередлива насчет внешнего вида. Не обессудьте! Мы над океаном, до территории 5000 километров. Все готовы? Уничтожайте все! Шайен! Костюм на тебе отлично смотрится. Бронекостюм изготовляется на заказ и должен сидеть идеально. Он увеличивает силу, мисс Икуру. Рюкзак обеспечивает мощность для перемещения, мисс Икуру. Также он распределяет вес по земле, да? Вот если бы только где-нибудь здесь была эмблема. Я люблю старинные традиции. Что за старомодная идея? Или добавить немного цвета, или... Икуру, не забывай про наше задание. Я не забываю! Сам не забудь свою часть договора! Замени меня ненадолго, если придется использовать оружие. Костюм позволит это. Хорошо, хорошо! Предоставь все мне! Территория в зоне видимости! Начинайте операцию! Пустить наземные штурмовые войска! Ведите атаку на воина дракона! Танк Эльмидайна готов к запуску. Танк я внизу. Очистите путь. Вот так. Это дракон. Вот и он! Вы все, выгружаемся! Ты справилась? Великолепная работа! Пустячное дело! У меня все под контролем! А, да я тебе и не нужен! Шайен, не будь таким язвительным! Но это оружие, правда, нечто! Людей трудно понять. Полагаю, я недооценивал тебя. Женщины такие! Шайен! Что верно, то верно. Просканируй область, чтобы я смог увидеть происходящее через удаленную камеру. Так? Да, осмотрись вокруг.
Боевые роботы! Что они тут делают? Игуру, вокруг их может быть больше! Осторожней! Если я захочу, то смогу отрезать твою прекрасную маленькую головку. На таком расстоянии драконий огонь слишком мощный для использования. Отдай мне оружие, и я помогу тебе сохранить жизнь. Икуру! Икуру! Ответь мне, Икуру! Шаян! Сюда! Икуру! Я выстрелила, Шаян! Бронекостюм заклинило! Икуру, слава богу! Тот робот, мой тип парня! Жаль, что он ушел! Так ли это? Что-то не так? Тысяча лет прошла с нашей последней встречи, человеческий робот! Ты еще помнишь? Наши воспоминания связаны. Память одного дает возможность доступа к банку памяти остальных. Стань металлоломом, человеческий робот! Это все, что у тебя есть, Эльмедайн? Теперь ты не сможешь отойти от меня. Используешь оружие сейчас. Рискнешь жизнью девочки. Удачи на стороне девочки. Она выдержит. Неприятно иметь соперника, рассуждающего так логично. Данный релиз не для продажи. Видео предназначено для бесплатного, домашнего, в качестве ознакомительного просмотра. Над релизом работали. Субтитры были сделаны. РК Беда, оформление, AGB Group, Инора, Ину Аниме. Тайминг и работа со звуком Алистер. Роли озвучивали. Виги и Азазель. За расставание с
следующей встрече. どうもおはようございます。ドラゴンズヘブンを作ってしまった監督の小林誠です。先ほどから流れているこの映像はですね、オープニングの撮影の時の模様なんですね。アトミックの小泉さんが撮ってくれたと思います。あ、どうも、アトミックの小泉でございます。これからその撮影の裏話なんかを誠監督と一緒にお話ししていきたいと思っています。よろしくお願いします。あと付き合ってくれるのはですね、模型の方の手伝いをずっとうちでやってくれているアシスタントのニラサー君です。どうもニラサーです。これは撮影の前日のものですね。そうですね、撮影は結構遠いスタジオまでですね、トラックで世田谷でしたよね。そうですね、でそこまで運んでそれからっていう感じだったんですけど、前日に運び込んだ時にかなり壊れちゃいましたね。とにかく直すという感じでやってるところですね。これは何、これは表面にいっぱいビスを使ってあるんですけど、その頭がいっぱい出ちゃってるんで、それをエポキシパテっていうやつを、ね、ディティールみたいにごまかしてるの。これテクニックもいるんですね。そうですね。でいよいよ撮影の当日になるわけですけれども、基本的にはかなりの部分が動くように作ってあるんで、かなり運搬の時に破損がひどかったので、それで大体もう調整で、頭の3時間ぐらいそれで潰れてしまったんですね。そうですね。でまあ模型の方の動かし方はこう分かったんですけども、本物の、社員があったとしたらですね、社員は何で動いてるんでしょうか。
模型の方はまあいろいろモーターとか動いてますけど、シャイニーは本物だとしたら電池じゃないですかね。電池なるほどね。まあ天津ヤマグリがエネルギー源であるという説もないんじゃないですか、ね、ない、あ、ないと、はい。これはですね、何をやっているかといいますと、当日あのベータカムというビデオでですね撮影したんですけれども、それをこうやってモニターを見ながらあちこちソーラーの指示をされます。あ、これは僕があのモニターでセットを撮影しているところ絵を見てて、背景とか立ち位置とかの指示をしていてる、ね、にいらっしゃる方がハッピーなカメラマンの皆さん。さてここでですね、この2メートルもあります巨大シャイエンの実際のその制作の裏話についてお聞きしたいんですけれども、というのも最初はもうアバウダの形で1メートルぐらいのロボットを作って動かそうって感じでね、よく、ニラサル君に図面を引いてもらったんですね。はい。それがどういうわけでこういう2メートルぐらいになってしまったのかということなんですけどもね、パーツずつに作っていくんですけどね、まあ足とか手とか別々に作っていくんですけど、最後組み立ててみたら2メートルになってたと。なってしまった。図面のコツというのは、そうですね、なかなかあの師匠がですね酒飲みに行って帰ってこなかったりして、進まなかった分の縮尺が変わってきたというか。なるほどですね、はい、酒の量に比例しちゃうみたいな。そうですね、帰ってこないんです。その辺がどうなんでしょう。まあ時間を食いすぎたって言ったら食いすぎたでしょうね。そうですね、はい、2ヶ月ぐらいかかっちゃってましたよね。これ酒だけじゃなくて女がありましたからね。その辺やっぱ大きくなっちゃうんじゃないですかね。知ってる、知ってる。まあいろいろあるそうなんですけども、ね、まあその間にその絵も描かなくちゃいけないわけですよね、誠さんは。そうですね、イラストの仕事も結構あったんで。でアニメ部分についてもかなりの量描いてらっしゃるんですけども。そうですね、大体どの辺をお描きになりましたでしょうか。アニメーションの部分です。背景は大体抑えました、ね。背景はあの普通に絵描いた上にセルを重ねてるんですよ、はい、そのセルの線の部分はほとんどフォローします。なるほど。あとは、切り抜きブックって言いまして、飛行機とか飛んでるので、はい、絵がこう動いてみたいなのがあると思う、はいはい、イラストがね、あの部分は全部塗りまでやってます。なるほど、まあ、究極とも小林ワールドが展開するといったところですね。これ何かワイヤーが、これはね、各部のモーターのコードがどこがどのコードか分かんなくなっちゃった。なるほど、うん、煙体となってます。同じですね、同じですね。毒じゃないんですよ、ね、ないんですけど、まあ、体に悪いだけで、ね、だけで毒がない、それは毒じゃない、まあ、我々ここでこうしていられるわけですからね、それは毒じゃなかったというふうに証明されちゃうわけですけど、ね、なるほど。何人かいなくなりましたけど ね、かわいそうなことをしました、ね、しました、ね、永遠12時間こうやってますね、踊ってますね。豆腐が多いのは嫌ですね、うん、あ、これは何か、誠監督のニラちゃんが一発中ですけれども、はい、今試験的に上げてたの後ろのカノンの部分なんですけどね、はいはい、それ あの部分を打ち合わせしてるんですよ、ニラちゃん。はい、うん、これはなかなかうまくいかなくてです、ワイヤーでこう持ち上げる感じ、それをニラちゃんが下でワイヤーで引っ張ってるんですけど、ね、はい、これがこう人力なもんですからね、タイミングがうまくいかないんですよ、うん、重いしね、はい、20回ぐらいありましたね。それかっていうと、その一番難しいと思われたそのシャイアンが一歩踏み出すっていうシーンがあったんですけど、ね、はい、あそこはあのほら木の枠でシャイアン釣りまして、両側でこう4人でですね支えて、はい、寝そべってはニラちゃんが足を動かすっていう、はい、かなり難しいかなと思われたんですけども、ここがどういうわけで一発でいきました。さっきと女の力です。そう思います。ジルメダインはあれですね、シャイアンに比べますと随分小さい感じですね。そうです、これは全高が大体60センチぐらいなんですけど、ああ、まあ、シャイアンに時間かけすぎて他のところ気を取られていったんですけどね、やっぱ敵役もいないところはまずいという、ソフトビニール人形で弾劾王となるんですよ、ね、それの頭をすげ替えただけのようなやつで、ね、それはまあいじったんですけど、一晩で作ったと。一晩、ね、大体いつも一晩あれだ、なんとか、ね、いつも一晩ですね、一晩中になる。なんかこう撮影スタッフの間ではですね、セミダインちゃんとか呼ばれて人気があったんですけどね。カメラマンの人が頭がいいもんですけど、それが気になるね。エスメラルダっていう説もありましたね。あ、小さい、ね、小さい人ですね。小さいですね。これ砂漠にですね、トノコを巻いているところですね。発泡スチロールの板に
起伏をつけて感じる。あ、これは珍しいですね。シャイアンの走るシーンですね。シャイアンは両足を取ると時速4キロで移動できるという証拠ですね。なるほど、うん、止まってますね。右の人はなんか絵を描いて道に出す。これはですね、最後、シャイアンが銃を持ってこうぐわっと回転するシーンの練習風景ですね。実はこうなってる文楽そうですね。家内製紙工業ですね。プロばっかり踊ってます、ね、楽しそうじゃないですかね。カメラはあれですね、カメラも手持ちで寄るんですよね、楽しそうですね。ここはニラちゃんどうですか。これはあのパイロットの木戸松本のフィギュアが、はい、あのコックピットに入ってます、ね、下からあの角棒が出てるので、それであのセサミストリートの草原のようにうなずいたり横向かせたりしてるわけです。なるほど、なかなかうまくいったと思います、ね、どうも。で、まあ、このようにしてですね、オープニングが撮影されたわけですけど、まあ、アニメパートにしても実写の方にしてもね、かなり力入ってますんでね、まあ、せめて感想などをですね、ユーメックさんの方に送ってもらうと嬉しいと思いますね。